А за что? За что? Что вы, блядь, его руки было? За что вы это делаете? Объясните, за что? Вот там вот валяется человек пьяный. Почему вы ее не трогаете? Почему вы ребенка трогаете? Дитина, блядь, молодой. Пацан подошел, во дворе сидит. Он валяется, пьяный. Пошли покажу, где. Я это говорю. Пошли покажу, где валяется. Так он трезвый сидит. За что ты его забрал, блядь? За что? Чего он трезвый сидит, блядь? За что ты его забрал? За что ты его забрал, блядь? Ты малолетний, Галина, боже. Я сказал, не трогай. Не трогай, блядь. Больной на голову. Полиция, блядь, ты. Больная на голову, ты полиция, блядь. Олег, снимай. Вас снимают. Вас снимают. Ни за что. Он, короче, молодой мальчик просто сел на лавочке с девушкой. Сидели с девушкой, с ребенком. То есть им не понравилось. Как-то надо заработать денег, получается, сегодня. Какая відповідальність? Он украл, побил там кого-то. Чи що? Яка відповідальність? Сейчас за углом так само пойдешь и бутылку пива выпьешь. Так он ее не пил. Рядом стояла, и ты за это, блядь, давай ему руки, кости поломай, ребра, чи шо? Да ты шо, давай. За что ты его вообще забрал? За что? План не сделали, чи шо? Нет, можно было предупредить, но не ломать. Вы же его ломали. Так а что ж вы ему, блядь, ломаете все на свете? За что? Закон, твою мать. Какой закон? За что вы его ломаете? Ёлки-пал. Дебили, что ты, твою мать. Вы обои два дебила, блядь, я вам повторяю. За что ты меня, блядь, задерживаешь? Старший, за что вы его ломаете? Вот так поставьте, он стоит ровно. Так он стоит нормально. Успокойся. Мама, домой. Успокойся. Та пусти его, пусть стоит рядом, он что, блядь, Юра, вырывается, чи шо? Он просто стоит. Тетя Таня зовет. Хорошо, успокойся. Отойди от меня. Да, ты. Сейчас мазанут, зачем оно тебе надо? Да я не подхожу близко. Более ростик он ревет, не надо. Он ребенок здесь кидается. Что вы творите? Как кто-то, блядь, валяется пьяный, так ты не забираешь. Он пьяный валяется, чего вы не берете? А чего вы не берете? Там пьяный валяется. Суд рыгают и бухают. Я сейчас резко. Не, вот там вот, вот там вот суд бухает и рыгает. Кого ты задержал? Да, мы его поломали. Кого задержал? Які порушник? Порушник чого? Що він порушив? Назвіть, будь ласка, що він порушив? Кого задержав? Що він порушив? Пускай дзюрнеться. Давай. Кого задержав, блядь? Кого задержав, блядь? Я тебе говорю, дружок, давай дзюрнись. Сепаратисти. Один на лице написано, що це сепаратисти, красава. А у нас разве закон є задержувати сепаратистів, або що? Руки, я сказав, убери від мене. Ти не знаєш, чим ти розбавив? Я убери, уберите. Уберите. Ничего. Ну, заявляй, давай.